Приветствую всех подписчиков моего канала. Видеоролик тоже специально сделан для подписчика, который никак не хотел верить, что вот неужели нет таких приборов, которые могут экономить электрическую энергию. Вообще, как вы поняли, речь сегодня пойдет про экономию электрической энергии. И существует ли на самом деле прибор, который может экономить электрическую энергию или же заставить электросчетчик вращаться в обратном направлении? Вообще, должен признаться, что я тоже гоняюсь за халявной энергией, но уже у меня опыт в этом деле 5 лет. Ну, не встречал людей, которые так долго терпели и старались вот разработать или собрать, повторить какую-то конструкцию, которая позволит получить дармовое электричество. Вообще, разумеется, электрическая энергия, халявная как таковая, имеется. Вынужден вспомнить опыта Никола Тесла. Произношение неправильное. Никола Тесла. Так. Забыл, о чем говорил, да. Ну, все, что нас окружает, материя, вся материя, конечно же, обладает какой-то энергией. При этом положительной энергией, а Земля, Тесла считал, что Земля является огромным, неисчерпаемым ресурсом отрицательной энергии. Положительную энергию из эфира нужно как-то изъять и использовать для каких-то целей. Но, увы, разработки Тесла считаются утраченными, поскольку нам до сих пор неизвестен принцип, но самое знаменитое устройство – это катушка Теслы, который многие используют для получения таких каких-то там красивых спецэффектов, но на самом деле катушка Теслы – это довольно серьезный прибор для преобразования и получения, преобразования и передачи электрической энергии без проводов. Из себя представляет высоковольтный генератор быстропеременных токов или же высокочастотных токов высокого номинала. Ну, в общем, я решил, вот вернемся к этому видеоролику, я решил собрать самую интересную конструкцию, ну, которая довольно-таки рейтинговая, и читал отзывы про эту конструкцию, но никто его не собирал, не знаю почему, либо нет откликов. Только одни вопросы и так далее. Я решил повторить конструкцию хитрого выпрямителя. Можете в сети найти схему, просто прогуглив «хитрый выпрямитель». Или же, если хотите более детальное, как я конкретно собрал прибор, скачать под этим видеороликом полный архив из турбобита, бесплатное полностью скачивание, с полной фотогалереей, моей схемой и пару слов там описания прибора. От меня. Вообще, схема из себя представляет такой интересный приборчик, который якобы должен экономить электрическую энергию на где-то четверть. Да? Ну, в общем, если вы подключаете к ней нагрузку в 1 кВт, то у вас счетчик при этом должен крутиться всего на 250 Вт энергии. То есть четверть энергии получается дармовой. На самом деле это так или нет? Автор материала, который предоставил, я не знаю, если честно, в каком-то радиожурнале, либо, в общем, очень старая схема, думаю, советских времен. Автор использовал логический генератор, построенный на логических инверторах, затем усилитель сигнала и конечный транзистор биполярного типа, высоковольтный транзистор, через который должен открываться, закрываться по частоте, заданной частоте, заданный уровень 2 кГц, при этом питать нагрузку. Ну, то есть ток течет через именно силовой транзистор. Я же решил собрать, ну поскольку там однотактный по сути генератор, то не нашел микросхему и решил на таймере 5.5.5 собрать генератор, настроить на 2 кГц рабочую частоту, затем с помощью транзисторов усилить сигнал первоначально. Ну, у меня вообще в схеме было 2 транзистора, один из них выпаял, вот это и на маленькой плате. Плата, собственно, задумки, чертеж делал маникюром, ну, в общем, как вариант. И силовой транзистор типа MGE13009. Дальше мощный диодный мост и конденсатор. Конденсатор должен иметь эффективную емкость. Сначала нужно пробовать с меньших емкостей,
Ну, у меня, черт, не видно, сколько микрофарад. Кстати, про этот конденсатор, откуда он, будет отдельный видеоролик. Ну, в общем, насколько помню, это 5 микрофарад. Пленочный конденсатор на 5 микрофарад, рабочее у него напряжение 450 вольт AC, ну, переменной. Мощный диодный мост использовал на 8 ампер, если не ошибаюсь. Ну, в общем, можно собрать мост из мощных выпрямительных диодов с обратным напряжением выше 400 вольт. Не ниже 400 вольт, вернее. Обычная сборка из компьютерного блока питания. Что, по сути, в этой схеме у нас происходит? Да? Давайте рассмотрим. Наш генератор, который является основной частью схемы, питается от отдельного блока питания, понижающего, ну, скажем, любой блок питания с напряжением 8-15 вольт. Частотно-задающая цепь, компоненты подобраны таким образом, что таймер генерирует прямоугольные импульсы с частотой 2 кГц. Ну, можно отклонить в пределах 1,4 до 2,2 кГц. В общем, я пробовал в довольно широком диапазоне питающих, частотном диапазоне. Дальше сигнал с выхода микросхемы подается на первый транзистор, через него на второй транзистор. Ну, в качестве транзистора применены в качестве усилителей, конечно же, для управления мощным силовым транзистором. Высоковольтный транзистор не принципиален, зависит его номинал от конкретной подключенной нагрузки. В данном случае 12-амперный транзистор 13009 MGE, который в компьютерных блоках питания. А дальше сетевое напряжение выпрямляется после диодного моста через мост. И, конечно же, установлен также емкость. Вот основной хитростью, как бы, этой схемы является конденсатор. По сути, что должно получаться тут? Один из, допустим, у нас есть 0 фаза, да, 220 вольт. Случается следующее. Допустим, фаза напрямую идет к нагрузке, к лампе накаливания. Вообще две модификации схемы. Один из них, вот сетевое напряжение напрямую выпрямляется, затем, превращаясь в постоянный, идет на схему. И второе, фаза идет на диодный мост, ноль идет прямую на нагрузку. Да? Ну, оба варианта я проверил, схему легко модифицировать, превратить один вариант в другой без проблем. В этом варианте у нас лампочка накаливания, скажем, в качестве нагрузки подключается к полюсам конденсатора. Сетевое напряжение, постоянное, выпрямляясь через диодный мост, поступает на один из выводов конденсатора. Ко второму выводу конденсатора у нас подключен коллектор силового транзистора. То есть получается следующее. Сетевое напряжение уже постоянного номинала идет к одному полюсу конденсатора. И конденсатор заряжается как будто через транзистор высокочастотным током в 2 кГц. По сути, тут должен случиться такой эффект. В одну полуполовину синуса, полупериод, заряжается конденсатор, во второй полупериод разряжается. Но тут эффект чуть-чуть вот иной. По сути, автор думал, что если задействовать высокочастотный генератор только на 2 кГц, как мы знаем, счетчики, электросчетчики во всех домах, работает на частотах в 50 кГц, обычная сетевая частота, то, по сути, счетчик должен работать с большой погрешностью, если имеется вот такой генератор в 2 кГц, то есть высокой частоты. Но проблема состоит в том, что и дисковые, и сетевые счетчики у нас, по сути, могут работать на таких частотах, и никакой погрешности нет. Если и будет, то явно не в вашу пользу. Но я пробовал на трех разных счетчиках, в том числе и отечественного производства, Советского Союза, должен сказать, и современного российского производства, дисковой счетчик, и цифровой импортный довольно хороший счетчик. Должен сказать, что они показывают примерно почти одинаковые вот данные при подключении нагрузки в 200 Вт. Больше не подключал. Кстати, мощность подключенной нагрузки ограничена именно силовыми компонентами схем, в частности транзисторов. Но должен сказать, что
явная проблема в схеме. У вас очень часто будет выгорать силовой транзистор, независимо от типа подключенной нагрузки и мощности транзистора. Применяйте хоть транзисторы на сотни ампер, они под нагрузкой 230 Вт уже работают как-то криво. Не знаю, с чем это связано. Вероятно, с управляющим узлом, который не вовремя, не успевает как-то отключить, закрыть транзистор. Не знаю, в общем, конкретно в чем проблема, но разрабатывать и дорабатывать такого рода схемы, думаю, нет смысла. Но хотя я думаю, что какой-то эффект может получиться, если задействовать не один генератор, а два генератора. То есть принципиально это будет смотреться примерно так. Ну, буквально скажу пару слов. Имеется два идентичных генератора и точно такой принцип работы. То есть конденсатор, но в этом случае, вот в этой именно схеме, как вы поняли, заряжается напрямую от сети конденсатор с одной стороны и вторая сторона через генератор, да, высокочастотным током. Если оба плеча конденсатора зарядите высокочастотным током 2 кГц, возможно, и счетчик будет работать с погрешностями. Но это только в теории. Я не могу сказать, будет ли работать устройство, но если вот мои подписчики очень попросят, точнее пожелают, да, то я готов попробовать, несмотря на то, что финансовые затраты довольно большие на эту схему. Почему? Поскольку у вас половина, у меня лично спалил я половину компонентов, при этом схему делал где-то, переделывал где-то 5-6 раз, и с каждым разом транзистор выгорел у меня. Транзистор все-таки стоит довольно $1 порядка. Также у меня два раза сгорел диодный мост, решил поставить вот такой. Сгорела сотни раз микросхема, транзисторы. В общем, схема крайне ненадежная. Если для реальных целей, автор заявляет, что можно до киловатта подключать и даже больше, если использовать соответствующие компоненты. Но практика показала, что при подключении лампы накаливания уже в сотни ватт возникают большие проблемы с управлением транзистора. То есть тут явно какой-то косяк в управляющем узле, поэтому можно на заметку взять управляющий узел современных преобразователей напряжения и создать хороший драйвер управления полевым транзистором. По сути, схема не критична. И тут основная суть лишь получение высокочастотного напряжения, которое и будет заряжать конденсатор. Два генератора на 2 кГц, заряжаем конденсатор и подключаем нагрузку. Основной недостаток схемы – это то, что выходное напряжение получается постоянным. То есть вы можете подключать пассивные нагрузки, либо активные нагрузки с импульсным блоком питания, такие как зарядное устройство от портативных компьютеров, там даже портативный телевизор, там портативный телевизор, перепутал, телевизор, скажем, персональный компьютер, DVD-проигрыватели там и так далее. Не знаю, в общем, должно получиться. Опять же, хочу ваше внимание, чтобы уделили на конкретную эту схему, довольно перспективная, я думаю, задумка. То есть я как человек, который пробовал сотни разных там вариантов, начиная там от трансформатора, есть, да, в интернете трансформатор заземленный. В общем, все это дело сейчас не работает ни в коем случае. Я даже разрабатывал свои схемы. Обмануть электросчетчик довольно трудно. Если, конечно, речь идет о цифровых счетчиках, то, конечно же, это почти нереально. Возможно, эта схема сможет сделать то, что некоторые думали, что это нереально. Но, опять же, остановить счетчик довольно трудно, поэтому может счетчик работать с большими погрешностями, поэтому можно сэкономить там несколько киловатт энергии за день. В общем, жду ваших отзывов. Если хотите, то оставляйте отзывы, пишите комментарии, лайк поставьте, ну и всего другого. Подписывайтесь на канал.
Обязательно опытом, схемой и разработками поделюсь в этой области, поскольку мне в последнее время очень много людей пишут, в том числе и подписчики, в том числе и незнакомые люди пишут с просьбой поделиться схемой для экономии электроэнергии. Вынужден в каждый раз отвечать, что как таковой не существует, поскольку у каждого по-разному. Может, кому-то удавалось во времена нерушимого союза, скажем, 40-50 лет назад, остановить и даже заставить вращаться в обратном направлении электросчетчик. Но в Советском Союзе, друзья, учтите, что не было никаких проблем с электрической энергией. Электростанции вырабатывали миллиарды киловатт электроэнергии за час, и поэтому, в общем, если вы воровали электроэнергию, то это не влияло, да, на финансовое положение в стране. А сейчас другие времена, и каждый ватт электроэнергии под суровым подсчетом. Воровать довольно трудно, но не невозможно. То есть все возможно. До новых встреч, друзья. С вами, как всегда, был Акакасьян. Подписывайтесь на новые ролики. Будет все еще интереснее. И, конечно же, я делаю видеоролики по просьбам моих подписчиков. Поэтому оставляйте свои отзывы. Тот комментарий, который наберет больше всего лайков, я сделаю видеоролик, исходя из материала, который указан в комментариях. Да? До новых встреч, пока!